здесь не написано, что должно быть на разных персонажах. То есть, я так понял, на одном персонаже 2-3 не должно быть, чтобы работал так дополнительный бонус. Я так и понимал, я не считал, что он в рейде должен так работать. Да, да, да. То есть, на одном персонаже 2-3 не должно быть, тогда только оно работает. Видишь, тебе сомалийский говорит, он не работает. Ну, не, я говорю, Скоробей в принципе не стакался. Скоробей нереально настакать 10 стаков, ты хочешь настакать 20. 10 стаков. Я тебе говорю, что вообще не стакается на элементалях. Вообще. Ты там же ментальный урон как раз и приходит. В чем вопрос-то? Да, так на нем описание. При получении урона, просто урон, не обязательно какого. Что значит, типа... У тебя что, 2-3 не вот этих, да? Да. Че, Далин, у тебя еще есть время? Миш, ну мы быстро идем, сейчас этого убиваем, потом... 1 час. Убиваем этого, идем сразу на вашу. Микстур, давай ты в ДД. Без проблем, если... Ну, будет у тебя агро, я ж ничего не знаю. Да, будет. Я стаки буду сохранять на переходке. Все уже. А чё тут? Здесь, когда босс крутится, просто надо от него отбегать. Он на рандомного человека крутится. Ну и хилить. Как у вояки крутил. Тактика, наверное, ну, крутится. Да, и когда он в демона превращается... В демона превращается. На 5 или на 6 целях, получается, их назовут эти ники. На них будут такие маленькие демоны. Каждый своего демона будет должен убивать. Если ты по окончанию его не убьешь, он тебя законтролит. Демон с целью связан лучом. Ну, то есть, если человек смотрит на экран, он увидит, да, да, что демон. Я буду по возможности озвучивать ники на фонде с демоном. Дайте кулаки. Кулаки, раздайте, если лапу. Стабав. Луана, сумоню, громко. И чё, вырос ДПС, Саджиру? Саджиру? Или ты видишь, он отсутствует, он уже накидался. Ромка, принимай сумму. Он ничего не писал в этой дне. Кулаки жду. Ну как можно, сука, давать 14 КДПС? Ты про меня? Нет, про Шреддер. За Шреддер он говорит. Да блин, ему надо разобраться с ротацией там. Там тяжело ретриком в Т5 дамажить. Шреддер, послушай меня, он, сука, надо в чарку убрать. Играть, но он собирает Т5. У него денег нет на чарку. Зачарить ему безвозмездно. Хоть кто-нибудь. Я ему зачарю. Хорошо. Двойной пи... Блядь, рыцарь, ты чё, прикалываешься? Не мог сказать кому. Нет, у вас все заебись там. Талисман цунами заходит, не попадай, оно заходит. Давайте вы потом разберетесь со Шреддером. Вы только в рейде с ним разбираетесь почему-то. Вне рейда вы не ведете его на этот и ну, не пытаетесь ему помочь. Я готовность, не все готовы. Я не вижу всех бафов, блядь. И ты думаешь, я просто так нахуй стою, блядь. Ни с того, ни с сего, блядь. Заебали вы... каждый раз. Я жду приста баф. Фелшер. МП5 бы. Ромка, что не хватает? И стакан коньяка я жду. Кулак я написал. Кулак, чувак. А, мишкарик, уже все. Турбо поддерживаю. Чего, он вчера вроде вискаря ждал. Кулака таки нету поваром. Кулак поваром, Шреддер. Пьем пот. Как вы загибали, ну. Пулить не временно. Нахуй вы войско призываете, блять, чтоб я стаков не набрал, спасибо. Да нахуй я думаю. Войско да, призвали по одной простой причине, потому что это ДПС и бурст АДК. Я ничего не призывал, нет. На самом деле войско это просто тратный рун.
На самом деле, если им уметь пользоваться, это бурс. Забирай. У него что, берси нет? У него леса потом показывается вроде. Что-то я ошибаюсь. Готовься, сейчас демоны будут. Амалиски, ты его чуть на агре, там сколько, я не знаю. И подходи, чтобы нас не било. Да хрен, он стаки не дает, он что-то кастует или шо. Не могу. Подходи тогда, пусть на кого-то другого выбирает. Ну ладно. Вот сейчас демона будет. Просто Катлас, Китами, Void Defender, Элрей убили своих демонов. Ну а с них еще и голда падает, круто. Не таунт я потанчу. Таунт таунтится? Не знаю. Танчи, танчи, братишка. Форма, готовься 2 секунды. Напулили, пуктань. Напуливай. Напуль. Ходу некоторые люди не умеют напуливать, да, Сак? Ну, это 4 рублей. Тебе не надо покадать, тебе надо перед каждой переходкой. Вихрь пошел. Кегиф, старайся тоже мизерект юзать на сомалийском. Люди не знают, что такое, бля, перенаправление, ты им говоришь мизурект, блядь. Извиняюсь. Ты сам не знал, что такое мизерект, блядь. Я думал, ты, блядь, какое-то проклятие вызова демона, блядь, остановишь. Турбо еще поштанчить. Да, я, наверное, потом. Я привык. Все. Он в этой фазе не дает 5 стаков, поэтому. Да-да, все нормально. Я далеко, меня прохилит. Готовимся. Никстор, как Катлас, Хеллшер, Вудшейпер, Самарийский убили своих демонов. Сам главное потом забери, когда он превратится в другого. Постараюсь. А сколько времени дается на убийство, Лен? Охуя. Секунд 10-15 точно. А 20 не хотите? Минут 10-15, пятого. Это можно его и кулаками запинать. Не-не-не-не-не-не-не, подожди. Не надо. Танчи, чё ты? Вот, теперь всё нормально. Причём, что он уходит с напулом. Да, ну блин, что я могу поделать? После... Вот после вихря вообще проблем нету. У меня до стаков, я такой хоп. Только если что, самолист, я тебе немножко там распадки поменяю. И все, и он мой. Мне собирался давать. Я говорю, пароль только не меняй. Там не мастер, надо подтверждать Айдина. А тебя не забанят? Я вот сюда никак играю. Смотри, я заходил на 4 аккаунта, и меня забанили. Я писал на форум Сирус. Короче, она ж тебя удаляет каждый раз. Смотри, меня, короче, забанило, я на 3 заходил, но не своих. Все нормально было. На 4 зашел, меня забанили. Сказали, тебя разбаним, типа, пока ты не подтвердишь все свои места, откуда заходил, типа, со всех аккаунтов. А чудо, она как постоянно, что войт удаляет или что? Если один, ничего страшного, двое как бы тоже проходят. Если у тебя аккаунта 3-4 вот так будет, то могут забанить. У меня аккаунтов 10-15. Ой, я спиздел 10-15, но 8 точно где-то.
Ну, если что, мне помогло Венду переустановить. Готовимся, скоро переходим. В любой непонятной ситуации перебил. Да, в любой. Меня Венду. На 1%. Вот он, Скотт. Я только поражал. Скотт Эткинс. Готовьте Геру. Пошла, Гера. Ну, вот. Нормально. Вихрь, скоро, он здесь сильный. Он сильный, я сильный. Да я смотрю. Я сказал, этот сильный, блядь. Ты не прошел испытание, блядь. Да я специально, чтоб мастера убил. Твоя воля недостаточно сильна. Вихрь пошел, давайте сорвите огромный коклян. О, да, смотри, смотри, блядь. Неплохо. Блин, ну вихрь пулит мощно. А че он шутать начал? Че шутать? На тебе стаки просто накапливают. Last фазе он... Вихрь дает в 3 раза больше дамаги, чем на обычной фазе. Он типа в берсу впадает, они и тебе стаки вешаются от хаоса. Чё, какой вайш? А на гидрос? А на этого, блядь, алё. Слепец, алло, о, вайш, скрытие. Какой скрытие? Вайшу пойдем, потом скрытие? Скрытие. Вайшу сразу, а великан да. Еще. Потом великан, а потом подводку. Миша у нас. Ну, обратно бежим, на волну ступа не пойдем. Сходим. Так, у нас вторая шмотка. У нас у друида время. Давай просто убьем тяжелых боссов, а легких оставим. Вайши легкие, да. Паладин, разбойник, шаман. Раздавака, сакрас. Фелшер. Раздавака. У Фелшер сколько там? 2 шмотки. Фелшер 2. Если... Нет, он тебе не уступит, по идее. Блин, какие тут шмотки классные. Навык. Никому пояс на танка не надо. Нет, так нет. Доспекайся, микстурков. Да-да, быстрее пройдем. Наверняка слишком много таких шмоток. Понял, принял. Кого дизенчант? У инузата, даем инузата. За фул ГП. Танчи. Прохиливаем Сомалийского. Не спим. Вы куда пошли? У кого первая? У Котласа вторая шмотка. У раздаваки спрашивали. У раздаваки, да? По идее, из шопку забирает воин. Либо микстур. Я войду, если надо. Хотя мне шапка и тело, но мне плечи не закрыли. А паладина разбойника шамана получает тогда у нас кто вторую шмотку? Сомалийский. А, у Сомалийского и Малькита есть по одной шмотке. Точно. А я дал кому раздавать, да? Чё ж вы, блядь, не ролите? Не-не-не, мне просто перчатки не нужны. Мне нужна... Кошка. Нет, у там тебя некоторые... паладин, шаманы и роги прилетит, а не вой. Рогам перчатки как бы не особо идут. У них нонсетом либо с Фениксом, либо Аутриан. А мы на вайш идем? Да. Да. Вопрос. Моста нету. Это так должно быть, да? Ну, мост появляется, когда ты открываешь проход.
Какой тренинг-филовскую? Ну и назад я видел. Ну, Маликит, она тебе не считается в ХПС. Посмотри, абсорб. Сейчас жриц, на метки на жриц, пожалуйста, потому что никто не бьет, никто косты нет. Во-первых, эта триня уходит на других людей. И им она засчитывается в ХПС, а не тебе. А по абсорбу она на абсорбила 617к. Ты уверен, что хочешь ее уступить? Нет, если хочешь уступить, то уступай. Мне проблем нет, я тебе просто говорю, как есть. Ну и как? Опа! Надо. Понятно. Надо волноступа убить еще, блядь. Скрыть мне не надо, а волноступу надо. Проходной босс тут, волноступ идет на нее. Дверь мне сделал, блядь, ты. Вот мне это понравилось. Давайте еще. Ничего, зато трэш убили. Будет проще лежать. Она отход не прокает, Шреддер. Насколько я знаю. Становление, возможно, прокает. Откровительство прокает. Трэш пошел. Кто это? Слышь, самолистка, а мне нравится, что ты знаешь. Да, мне тоже нравится. Не знаю, кому как. Мне нравится. Мне не нравится то, что его не будет 3 недели. Да, мне это тоже не нравится. А я буду. У меня будет плюс 30 градусов, и я буду в экваторной зоне. Вот так охерен. Че, ты, блядь, как Фродо носишь кольцо в этот, блядь, в жару? Лена, ты не туда плывешь, развернись. Лена, назад. Лена! Шкаф поставьте, секунду, поставьте шкаф. Не, мы не будем их. Подождение по воде нужно. Прыгай на воду. Открывай карту. Турбо, привет. У тебя там череп, тебе туда на массовых боссах. Я отхожу от тебя ко мне. Из этой 5 на массовых боссах я проебываю ДПС, блять, Т4, ну. Смотрите, изи гайд, как турбо это скинуть. Из-за того, что у меня нет символа рассекающего. Так, смотрим кое-что. Ой. Шкаф, присмотрите там кто. Давайте шарп и фрот. 3-400. Мы добежим, все нормально. Лена бежит за тобой. Чего? Давай, ребятки. Да, веду бедолагу с собой. Маленький, отвернись, пожалуйста. Я где-то мы. Кто там хотел на воронке вставать? Лрей? Да. Понял, принял. Приводите трэш потихонечку, пожалуйста. Что понял, принял, они все равно не падают, тихуя. Да дальше идти. Нас бросил, слышь? Куда, говорит, дальше идти, куда сбросил, слышь? Сусанин, не зови. Там я тебе суммонил, пан. Блядь, дайте мне нормальную вторую тринку, я уже армса сделаю себе, блядь. Иди в жопу со своим армсом. Дайте зофа, дайте выбор, блядь, дайте череп герна. Дай мне, я тоже хочу домашний. Дайте мне разобраться в Т5, чтобы выдавать максимум в этой сове, да?
Не, ну я посмотрел, у нас лице 18к, у тебя или 19 было, это нормально. 18-300. И что тут, типа, на каждого босса, под каждый, блядь, разности пропов надо, блядь, определенная, Иван типа, ротация под это говно. Читает Павел Беседин. Куда ты ведешь нас? Не видно низги. Сусанину с сердцем вскричали враги. Мы вязнем и тонем в сугробинах снега. Нам знать, не добраться с тобой до ночлега. Ты сбился, брат, верно, нарочно с пути. Но тем Михаила тебе не спасти. Пусть мы заблудились, пусть вьюга бушует, но смерти от ляхов ваш царь не минует. Веди наш, так будет тебе за труды. Или бойся, недолго у нас до беды. Заставил всю ночь нас пробиться с метелью, но что там чернеет в долине за елью? Деревня! Сарматом в ответ мужичок: вот гумно, заборы, а вот и мосток. За мною ворота, избушечка эта во всякое время для гостя нагрета. Войдите, не бойтесь. Ну, то-то москаль, какая же, братцы, чертовская даль. Такой я проклятой не видывал ночи. Слепились от снегу соколие очи. Жупан мой, хоть выжми, нет нитки сухой. Вашет проворчал так сармат молодой. Вина нам, хозяин, мы смокли и зябли. Скорей, не заставь нас приняться за сабли. Вот скатерть простая, на стол постлана, поставлено пиво и кружка вина, и русская каша, и щи пред гостями, и хлеб перед каждым большими ломтями. В оконченный ветер бушуя стучит, уныло и с треском лучина горит. Давно уже за полночь, сном крепким объяты, лежат беззаботно по лавкам сарматы. Все в дымной избушке вкушают покой. Один, настороже, сусанин седой, вполголоса молит в углу иконы царю молодому, святой обороны. Вдруг кто-то к воротам подъехал верхом. Сусанин поднялся и в двери тайком: ты ль это, родимый? А я за тобою. Куда ты уходишь ненастной порою? За полночь, а ветер еще не затих, наводишь тоску лишь на сердце родных. Приводит сам Бог тебя к этому дому. Мой сын, поспешай же к царю молодому. Скажи Михаилу, чтоб скрылся скорей, что гордые ляхи по злобе своей его потаенно убить замышляют и новой бедою Москве угрожают. Скажи, что сусанин спасает царя любовью к отчизне и вере горя. Скажи, что спасение в одном лишь побеге, и что уже убийцы со мной на ночлеге. Но что ты затеял, подумай, родной. Убьют тебя ляхи, что будет со мной? И с юной сестрою, и с матерью хилой Творец защитит вас святой своей силой. Не даст он погибнуть, родимые, вам. Покров и помощник он всем сиротам. Прощай же, о сын мой, нам дорого время. И помни, я гибну за русское племя. Рыдая на лошадь сусанин молодой вскочил и помчался свистящей стрелой. Луна между тем совершила полкруга, свист ветра умолк, утихнула вьюга. На небе восточном зарделась заря, проснулись сарматы, злодеи царя. Сусанин вскричали, что молись Богу, теперь уж не время, пора нам в дорогу. Оставив деревню,
шумящей толпой в лес темный вступают окольной тропой. Сусамин ведет их. Вот утро настало, и солнце сквозь ветви в лесу засияло. То скроется быстро, то ярко блеснет, то тускло засветит, то вновь пропадет. Стоят, не шелохнясь, и дуб, и береза, лишь снег под ногами скрипит от мороза. Лишь временно ворон, спорхнув, прошумит, и дятел дуплистую иву долбит. Друг за другом идут в молчании сарматы, все далее и далее. Седой их вожатый, уж солнце высоко сияет с небес. Все глуше и дичи становится лес. И вдруг пропадает тропинка пред ними, и сосны и ели ветвями густыми, склонившись угрюмо до самой земли, дебристую стену из сучьев сплели. Вообще настороже тревожное ухо, все в том захолустье, и мертво, и глухо. «Куда ты завел нас?» — лях старый вскричал. «Туда, куда нужно!» — Сусанин сказал. «Убейте, замучьте, моя здесь могила, но знайте и рвитесь, я спас Михаила, предатель». Предателя мнили, во мне вы нашли, их нет и не будет на русской земли. В ней каждый отчизну с младенчества любит и душу изменой свою не погубит. Злодей! Закричали враги, закипев, умрешь под мечами. Не страшен ваш гнев, кто русский по сердцу, тот бодро и смело и радостно гибнет за правое дело. Ни казни, ни смерти, и я не боюсь, не дрогнув, умру за царя и за Русь. Умри же, сарматы герою вскричали, и сабли над старцем свистя засверкали. Погибни, предатель! Конец твой настал. И твердый Сусанин весь в язвах упал. Снег чистый, чистейшая кровь обогрила. Она для России спасла Михаила. Ему где-то тут надо стоять. Кстати, Саджира, не нужен плащ? Ну, я бы вот стоял. Пусть тут тогда стоит. Смотри, вот так вот будешь стоять. Вот, дайте, Корж, поскольку в него встанешь. Что дать, еще раз повторю. Ты что, Заинчан скинул, что ли? Опа! Пошла. Хорош. Турба. Лут с мини-мастер. Ага, отлично. Все, вроде есть бафы. Я чё, что вот это мало. Фелшер, бычьи головы. Приста бафа не вижу. Пошел, беги. Поставить, потом взываем. Скажу, когда. Все под босса, Эрдру тоже. Оба Эрдру под босса встали. Может, Геру? Стоп, Леоуе! Не надо Геру! Гера на последней фазе дает. А, точно. Я сказал стопнуть АУЕ, блядь, и напулить. Почему у нас всегда ханты первые тут дохнут? Да я протупил, я не в той стойке был. АУЕш.
Давай, стойте, Бобка, зуму. Бобка, зуму. Китами Берг Вилл. Ханда Берг. Быстрее, трэш, быстрее, ОЕ, ну. Больше ОЕ, алё. Фулл ребаф по ханту. Стопнули ОЕ. Дайте на полную минуту. Роги, бегаете перед выходом мобов вместе с танками, напуливаете на них. Ханты тоже в трэш переключайтесь, напуливаете в трэш танк, которые ловят их, но не в котла. Хорошо. Это переагрил кто-то? Турбо сорвал. Кто в босса играет? Турбо сорвал. Да давайте ложиться, Боб, давай кому-то все. Видимо, турбо в босса играл, раз он сорвал. Диван, самолист. Нормально играем. Был на ком-то СС? Да, нам Лрейшн. А он Лрейшн. Будешь сопротивляться, будет хуже. Минус 8 ауешеров по трэшу, вы заебетесь его бить. Конечно, его не убьют вообще. У вас будет в итоге 2, потом еще 3 недобитых трэша. Рофлы все было. 10 минут до берсы, хуй знает. Рыба стоит, рыба идет. Турбо, ты бухой, что ли? Да. И чё, блядь? Не играй в босса, блядь, иди за гром, ты не помню. Ну, у него по дамагу больше в босса, чем в трэш. Всегда так бил. Ну ладно. Ну, сейчас Котлас, а не микстурка на босс. Даже не Али. Плюс. У Котласа чарок нету на огромном, это его же чарик. Первые на пулы дадите Котлас. Войт. Он написал, что АФКшит в одну минуту. Разные классы пули на раздавака. Бафы, тебе праздник. Но ни у кого нету Джейвс. Есть Джейвс, поставил. Я скажу, кто это. Сомалийский. Чего? Забей. Здесь всегда будет кто-то за Спартак, кто-то за Динамо, поэтому пофигу. Нинджа всегда было топом. Давай, Котлас, Агри, давай. Пока добежишь. Господи, вы можете дать банку-то выпить спокойно, уродцы мелкие. Да не надо, банк. Я тебе клятву, когда ты... хорошо в Котлас дать. В морду не стой, секьюрити или как там, господи. Ставь между колоннами, выше выведи. Вот, все. Перед ебалом босса не стой. Стоп, нуля уе. Блять, ёбаные могилы. Крик на хп.
пластилин. Ах ты, блядь, ёб. Кидай его. Побойду не истерить. У меня нет, у меня анхолик, алё. Хер тебя не истерит. А толку с Лейлрейс ты не депайсишь, нахуй, даже под истерит. Ебать, до сферы был топ-1. В АОЕ. Стопайте. Мурлоки. Представляете, щиты разные. То есть может быть один обычный ДЦ, и ДЦ с 25, и у них разные щиты, и они вместе стакнутся. Хорош. Хорош. То есть 2 ДЦ может быть рейдинг? Да. Хорош. Там разные щиты, потому что мне даже дискорд нет. Вот, понял, ну зад, я на себя сейчас кинул. Вот. Все, у тебя будет 2 ДЦ, хуя. А, блин, мне нужно снять будет свое 2. Не, ну это жестко. Ну это пока месть админы, этого еще не знаю. Да, я думаю, они знают. 5 секунд. Стоп на левое. В смысле он не пропал? Вот я тебе еще кинул, видишь, у тебя 2 щита на тебе. Кто сломал? Типа баг? Я не думаю. Для 4. Вы раньше не проверяли? Так у нас бычи всегда в холике бегал. У меня в сове под этими Т5-шными хуёвинами можно сделать 2 прока одновременно, блять. На мне будет висеть 2 прока. Могу стрелять чем угодно. 5 секунд. Бак? Наверное. Уничтожьте их, мои слуги. Сука, я только звук включил в этой игре. Мне звук включить. Ебать, лучше бы не врубал. Ты наркоман, что ли? Зато я в дискорде никого не слышу. Лучше вырубай его, нахуй. Ух, АУЕ хорошая, сейчас в рейде просто жив. Стопаем АУЕ. Да чё ж, получается и дебафы разные? А, нет, наверное, пропадает. Да. Сколько КД есть? Да. Хватит, мой, я передавал, хватит. Сомалийский, ты там Серегу отслеживай, говори мне проки, чё там. А, здесь прокают, я 20 таков набирал. Хорош. Может хоть когда-нибудь возьму вторую Серегу. И я уже вот эту тренинку трехминутную, когда раз 6 нажал, наверное. Типа масса гров сидела. А, я стопнули. Типа у меня 75% уже максимум брони набран, вообще максимум. Больше нельзя. Ну вот 2 щита от 2 ДЦ, по сути, только, наверное, наличие в комнате затащит. А в комнате не надо, там ДПС нет такого сильно. Пока что. Даже в комнате, блядь, сдохнуть, где нужно бежать за меткой, нихуя не делать. Как Котлас тогда сдох? Ну вот скажите мне. Как Войт тогда сдох? Не, ну будет топал, понятно, да? А Котласка? Как унитаз? Стопнули АОЕ, стоп. Ну чё, сегодня не вздыхал вообще. Ну, мне в сфере летает.
Да я просто проебал, меня, сука, в первую сферу закинуло. Вместе с Лорейном. Вы посмотрите, Шреддер на четвертом месте был, 28. Типа... Ебать, Люся, сука, неси шампанское. Хорош. Сука. Опять сфера. Это ага. Я Шреддеру чарку поменял, вы мешали. Там перехватка уже? Фаза чешок. Аэродисплейлик не забывайте. Стопаем. Аэродисплейлик. Трэшу играть тоже надо, алё. Даю истерию. Ага. Подожди, давай. Через 3 секунды. Стоп, это ЛЕ. Тепла, сколько он тебе заплатил? Так вот, да, денег нету. Воронка. 5 воронок всего лишь. Играем в босса. Играйте в босса чисто. Это трап. Какой иллюзий кто-то вообще раз? Не знаю. Дани по другой тактике бил. Вот змея. Дани в тоннель заводит. Туннель, ну. А где босс? Змея. Пошли нахуй с лута. Взорвали труп. Вот это такого большого великана осталось. Какая. Слышишь, змея заходит рогом. Я и не возможно... знаю, кому она вообще заходит на фатал. Ну в теории всем миликам. В теории. Кроме, наверное, ДКшников. На практике только хантам в это выживание. Ну, типа хант, рога, паладин. Нет, вар. Больше никому. Не-не-не, ничего. Она ДКшникам давай. Давай я отдам Энху ПТС. Отдавай там от авто... От автозакарки. Тут еще Энх есть, да. Тем более у него прио... По-моему. Шарпи это твин. Раздавака мейн, отдавай лучше раздаваки. Это говно. Вайше? Идем. Вайше, я дам раздаваки, если че, блять. Договоритесь. Ну нет, раздавака, у тебя ВФ, она будет прокать намного лучше, чем... Зря ты так говоришь. Ну, трансмут плечи. А, ты хочешь на трансмут? Да. Ну, бать, ты на бух... закинь на меня щиток. Давай, так давай. Скрыть не пойдем бить? Да, скрыть не потом. Такая шея почти бесовая. Ну как почти бесовая? Она такая хорошая. Всё, два щита вот. Да, согласен с оратором в предыдущем. Так, мальная шея, чего? Скоро будет. Будем мальный как пятнадцать. Идти в 5 хилов? Я бы анахолика ставил на РС-ку чисто 25 гер. Из-за МП5 и все. Мастер. Чё? В 5-6 хилов будем. В 5, да? А мы что, в 6 шли? Паладин просто, который сидит на танке, который этих рубак держит. Чего? Маленький ты с спектрами, еще кого-то. Я хилил и танка, и сторону в прошлый раз. Маленький, тем более. Да хоть на... Частицу кинул на танка, блядь, сам хилишь рейд. Мастер, ты пока бежишь, пати можешь переставлять спокойно. Подождите секунду. Я ГП хочу начислить, нахуй, за шею. Ну тут, кстати, палом вот этот трэш собирать просто конфеткой, я не знаю. Сам себя снял вот это замедление.
Че раздавака? Будешь уступать Шарпе, не будешь уступать? Ну как уступать, блядь? Он был выше по приору, правда, он твинк. Поскольку это твинка, блядь, но твинка мне никак. Да пусть потестит сейчас на Вальше, если совсем говно. Да не, пан, это ты глупая ГП получишь, честно говорю. Это она беспонтовая ДК. Он вар пусть берет себе ГП, чё ты... Он не вар, да? Он не варе, он... Ну так да, он... а в ГП-то на вара пойдет. Так ему армсу все равно Т5 не надо, у него две шмотки есть, все. А, тогда все равно. У него четыре шмотки там. Ну, к гиф. Я, конечно, ничего против тебя не имею, но тебе точно не дадим. Так ты в прошлый раз с нами была, не, Фелш? Лена. Ну, не забудь выходить с мобы, их надо бить. Да. Стоишь сверху. На верхней ступеньке, бьешь мобов. Это все. Той пати, которую тебе сказали. Лично для тебя. Потом будет ласт-фаза, все бьют в центре. Сверху летает скрытни такие, бьешь их. Потом босса. Они опять выходят, снова их, они наверху летают, снова их бьешь, снова босса, их, босса, их, и все, это все. Первая фаза, все стоят в центре. Вторая фаза, на ступеньках бьешь трэш. Все. Ну еще и шанс, что ей даст эта штуковина, которую нужно... Нет, ей, надеюсь, не будут кидать, потому что я Алене озвучил, и пусть она хотя бы поймет, что здесь делать. Без этой хуйни. А для хилов что-то особенное тут есть? Хилить на своей особенность метке, для всех, для всех кастеров есть такая особенность. Смотри, видишь лесенку, которая спускается вниз? Mm-hmm. Если ты стоишь на ней, то ты не можешь хилить тех, кто стоит сверху, то есть выше лестницы. Mm-hmm. Тебе нужно стоять на таком сером бордюрчике, который находится. Нет, я просто бухой и курю. И в общем пошли. Бля, жопу. Курить хоть. Отойду, да. Пока так только писать будет. Не, воспаления легких у меня нет. В общем, тебе нужно стоять на сером бордюрчике таком, где находится флаг такой в виде флага Наги. Слышишь, мастер, я тут недавно думал по поводу меток этих. Ты их на хилов ставь. Вот прости, китами. Ой, ну зад. Кто там еще, бычья голова и далин. Это сразу и люди будут видеть, где хилы, типа, лучше будет. А зачем вам видеть, где хилы? Для того, чтобы подбежать к тебе и нужной группе. Ну, да, допустим, и... ты находишься, да. И похилили, чтобы тебе. И чтобы РЛ видел, как хилы бегают. Если они будут хуёво бегать, РЛ скажет, и, блядь, сука, хули ты ушел от своей метки там. От своей зоны. Скольких ставим на этих страйдеров? Троих? РТД? 3-4. 3-4. Лучше с одной стороны. Который... И Чулан, и еще одного кого-то. Давай меня ставь. Турбо, Виби, Чулан. А оставшиеся метки там на двух локов, там или сколько локов можно кинуть? Тогда классно, я так же сама будешь гейминг заливать. Шипы, все, кто могут дотить, вот этот вот страйдер большой, когда вылезает, если он близко к вам, просто повешайте дотки и дальше там бейте малу. Ну, помогает. Так у нас один шипышник. Ну, швок там огненный хотя бы. Сейчас подойду. Так, теперь разбираться, в какой я пати, блин.